А в этой посылочке к нам пришел, наверное, самый необычный предмет из этого видео. Это портативный насосик. И, несмотря на свои размеры, он очень бодро дует. Внутри там небольшая турбинка. Но это не просто дуйка воздухом. В этом мешочке лежат насадки, которые превращают эту штуку в мультифункциональный девайс. Вот эти две нужны для подушек и матрасов. Надеваем на сопло и давайте попробуем накачать матрас. Качает, надулся он за 7 минут. Вот это нужна для каких-то других штук, если не подойдут предыдущие. А кольцо имеет внутри резьбу, которая подходит под пакеты для вакуумной упаковки одежды. И если развернуть помпу, то получится вакуумный насос. Смотрите, как сжало. Можно, кстати, раздувать угли. И так как эта штука считается гаджетом для походов, китайцы встроили еще и фонарик. И не абы какой, а очень-очень яркий. Подходит для палатки. Можно накачать лежбище и повесить фонарь наверх в качестве люстры. Тем более заряжается он от пауэрбанка. Все эти товары прямо на...